Память о любимых учителях всегда остается в сердцах воспитанников. В 101-м губернаторском лицее имени Латышева открыли аллею выдающимся ульяновским педагогам-наставникам. Перед этим школьники провели линейку. На сцене актового зала звучали песни и стихи, посвященные благородной профессии учителя. Концерт был настолько трогательным, что многие не смогли сдержать слез. Затем перед лицеем высадили молодые туи. Сегодня мы, конечно, высаживаем аллею педагогам, наставникам, тем учителям, тем профессионалам, которые дают, давали и будут давать молодым, не совсем молодым, взрослым людям дорогу в жизнь и будут выполнять свою главную миссию – это обучение и воспитание. Аллея педагогов и наставников – дань уважения сложному педагогическому труду. Так считают участники. Сажать деревья школьникам помогали студенты педуниверситета, глава города Александр Балдакин и другие представители администрации. Это достаточно почетно принимать участие в такой исторической акции. Я считаю, что это надолго. Очень будет приятно потом спустя много лет проходить здесь и видеть это дерево. В Ульяновске трудится более 3500 педагогов. Звание педагог-наставник присвоено 16 учителям города, звание педагог-методист – 60. В целом в школах города работают 296 наставников, которые оказывают постоянную методическую поддержку молодым учителям. Кирилл Савосинг, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.